Стой, живущий. Ты вышел на арену войны. Готовься к бою. Что у тебя за проблема? На мне лежит проклятие. Я не успокоюсь, пока не найду равноценного соперника. Возможно, это твоя судьба — сломить это проклятие. Но я предупреждаю тебя, еще ни одному человеку не удавалось одолеть меня ни при жизни, ни после смерти. Почему ты был проклят? Я не закончил того, что начал. Это что же? Нас было четверо, и мы собирались уничтожить чудовище. Ты говоришь о Маре? О ней самой. Мне удалось задеть ее ножом, но ее все равно не прошло мимо нас. Мы должны были довести это до конца, но мы не справились. Теперь я за это отвечаю. Этот твой кинжал, он мог убить Мару? Один? Нет. Но у каждого из нас было по одному смертельному артефакту титанов. Тогда я был чахой в храме Земли. Мара передала мне жертвенный кинжал, потому что я был сильнейшим тонкой. Но мы обманули ее. Нам нельзя было расслабляться. Нужно было раскромсать ее в прах. Да уж, пожалуй. Просто дай мне победить. Тогда ты освободишься, а у меня будет меньше забот. К сожалению, все не так просто, живущий. Я должен найти кого-нибудь, кто достаточно силен, чтобы не совершить той же ошибки, что и я тогда. Только тогда я смогу покоиться с миром. Ну что ж, давай подеремся. Надеюсь, твоя сила столь же велика, как и твоя храбрость. Ты... У тебя и впрямь получилось. Да, это было неплохо. Неплохо? Ты меня освободил. Спустя все эти годы. Возьми это копье как благодарность, большой воин. Пускай оно поможет тебе в твоих странствиях. Пришло время мне уйти и, наконец, найти свой покой. Прощай. У меня есть все детали для скипетра и шляпа мертвеца. Отлично. Дай-ка посмотреть. От шляпы мне нужно всего лишь несколько волокон. Есть. Скипетр, череп готов. Теперь дух умершего надо соединить со скипетром. Вот, возьми. Передай его Тао. Он знает, что делать. Наконец-то. Я свободна от своего проклятия. Спасибо за то, что ты сделал. Я не забуду этого. Я чувствую, что мое время пришло. Я последняя, кто тебя теперь покидает. Ты выбрал каменистый путь. Но я знаю, что ты сможешь закончить то, чего не удалось нам. Удачи тебе, юный воин. В мыслях я буду с тобой.
Как мне снова вернуться в мир живых? Это просто. Достаточно лечь на алтарь и заснуть. Чтобы вернуться в мир живых, эликсир пить не надо. Но я прошу тебя, сперва исполни свое обещание. Я нашел скипетр череп. И разрушил проклятие тех, кто помогал тебе. Значит, теперь осталось вызвать дух умершего. Тивас! Тивас, локомото! Шоу-нимбу, Алкара! Стальная борода! Якорь мне взад из ката. Ты выглядишь так, будто впервые видишь корабль. Мара, это проклятая тетка. Стальная борода. Надо было вырвать ей сердце, когда была возможность. Дай мне саблю, я сделаю это прямо сейчас. Ты ведь... знаешь, что ты мертв, верно? Мертв? Я тебе сейчас задам, парень! Мертв я или нет, чтобы тебе глаз на задницу натянуть, сил мне хватит! Извини, но ты правда помер и стал призраком. Помер? Знаменитый капитан Стальная Борода? Да, теперь я помню. Это все она. Это дьяволица Мара. Выходи, ведьма! Сразись со мной! Ты имеешь в виду Мару? Ее тут нет. Ха-ха! Трусливая крыса! Давай, прячься в своей норе! Я с тобой еще поквитаюсь! Битва закончена, старик. Мара победила. Никогда! Старик Стальная Борода не сдастся без драки! Ты дрался и проиграл? Да, да... Теперь я помню, черт бы тебя побрал! Мне жаль. А уж мне-то как жаль! Теперь вспомнил? Да. Ну хорошо, тогда мне больше нечего терять. Дай мне саблю, я закончу все прямо сейчас! Ты только что это уже говорил. Что, правда? Ты ничего не помнишь, да? Не помню. Все я помню. Сначала было... А потом... Наверное, я рома много выпил. Да и память уже не та. А ты тот парень, который положил глаз на мою дочь? Да, точно. И... Мы были вместе на берегу меча и напали на ворона. Ворон, этот ублюдок, что он делает на берегу меча? Вот кого тебе надо бояться, мерзкий тип. Ладно, оставим это. Что-то здесь не так. У меня такое странное чувство. Что со мной?
Ну, в двух словах, ты умер. Меня много раз объявляли мертвым, а я-то живёхонек! Где находится храм воды? Храм воды! Призрак с дырявой памятью. Замечательно. А, да! Храм воды! Ужасное место! Держись от него подальше! Так ты мне скажешь, где он или нет? Где кто? Храм воды! Но предупреждаю, найти этот храм нелегко. Много дней мы сновали туда-сюда между Антигуа и Кальдерой. Где-то посреди Южного моря, на широте мыса Бурь, мы его все-таки нашли. Что? Это все? Это и есть весь секрет? Просто идти по широте Антигуа? Да, но можешь попробовать идти от Такаригуа. Ну все. Теперь главное не терять времени. Вперед к храму воды. Но ты ведь знаешь, что там ты найдешь одну очень неприятную тварь. Да ладно. Да, ее зовут Мара. И у меня с ней еще есть кое-какие счеты. Теперь у меня есть все 4 артефакта титанов. Отлично! Было нелегко. Но будь осторожен, парень. Они опасны. Лучше тебе отнести их обратно в храм воды. Хорошая идея, никогда бы сам не догадался. Это все опыт, но ты тоже когда-нибудь научишься. Не переживай, я прикончу Мару. Да, давно пора поквитаться с этой дьяволицей. Но будь осторожен, слышишь? Ты же не хочешь кончить, как стальная борода? Я постараюсь. Быть мертвым совсем не весело, мальчик. Совсем. Не сомневаюсь. Ты хороший парень, и я... Ну, то есть... Я... Все хорошо, стальная борода, я понимаю. Да. А теперь проваливай. И смотри, не обижай мою дочку, понял? Есть, капитан. Что ж... Мне пора отправляться в последнее путешествие. И? Ты получил свой ответ? Я был бы рад поговорить с ним подольше. Только тот, чье вуду достаточно сильно... может обращаться со скипетром. Поскольку ты не знаешь вуду, тебе придется искать путь с теми ответами, что ты получил. Ну, мне не впервой. Надеюсь, что твоя миссия завершится успехом. Да, я тоже. Ты знаешь, что тебе делать. Надеюсь, что ты добьешься цели. Да, я тоже. Ты достойный человек.
Пусть тебе сопутствует удача. Спасибо, она мне понадобится.